Всем привет, меня зовут Алексей, я занимаюсь строительством и отделкой, а также очень люблю сварочные работы. Бывает, что для себя, для дома делаю ворота, двери. Я не профессионал в этом деле, только любитель. В общем, сегодня будет заключительная часть, это покраска ворот. Монтаж профлиста на ворота. Сразу сейчас покажу, что у меня получилось. Ну и вкратце покажу, как я это делал. Это вид со двора. Ну что, ребята, вот так вот. Вот такое у меня чудо получилось. Сейчас выйду на улицу. Вот так вот, вот такой вид с улицы. Я старался цвет подбирать под цвет крыши приблизительно, чтобы какое-то сочетание было. С забором, понятное дело, что пока не сочетается, его еще буду красить. Ну, вот так вот они у меня выглядят. Ну что, теперь вкратце покажу, как я красил. Лист выбрал вот такой вот, ширина его 95 сантиметров, а мне нужно 81,5, поэтому отходит, ну вот, всего лишь на все 13 сантиметров, примерно 14. Сейчас золото добавлю. Снял обратно листы и пришлось закрасить вот это все, что я с утра намазюкал. Все-таки вот именно решеточка будет под золото, и вот эти узорчики, этого будет достаточно. На этом я буду заканчивать свой ролик. Кому понравилась моя работа, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. В дальнейшем будет много чего интересного. Еще хотел задать такой вопрос. Хотел бы знать, какие именно видосики вам больше всего нравятся. Пишите в комментариях, так как у меня нету на канале определенной тематики. То я штукатурю, то электрикой занимаюсь, то печные работы. Ну, в общем, пишите, что вам больше всего нравится, чтобы я знал, к чему больше мне склоняться. Скоро будет, наверное, у меня работа по декоративному бетону. Люди просят какую-то красоту навести. Довольно-таки интересная тема. В общем, ладно.
буду возвращаться в свою строительную тематику. Я и так отлучился, 4 видоса по сварочным работам. Ставьте свои отметки, как я сделал работу для новичка. Я это делал первый раз. Ну все, ребята, всем пока, ждите новых видосов.